Улица Джапаридзе ведет в село Пластунка, а также к многочисленным местам отдыха на берегу реки. Этого ремонта ждали не только местные жители, но и все сочинцы. Ремонт уже назрел, был необходим в связи с тем, что во время Олимпиады дорога использовалась для доставки грунта с олимпийских объектов. Вот. Мы пришли к тому, что по поручению главы города на данный момент выделено больше 12 миллионов рублей на ремонт этой дороги, так как проживает большое количество людей в селе, это частные машины, ну, большие неудобства доставляло состояние дорожного покрытия. Уже через полторы недели укладка асфальта здесь будет завершена, по крайней мере, в этом уверяют дорожники. Аристотель Венедиков и сам живет в селе Пластунка, поэтому сегодня работает с двойным удовольствием и усердием. Местные жители, конечно, рады. Они ждали этого момента, и вот и сбылось. Люди действительно ждали. Когда здесь был последний ремонт дороги, никто из них вспомнить так и не смог. Даже не помню, как давно. Ну, нет, нормально дороги. Плохо ездили, я днем, нормально. Спасибо, классно, молодцы, хорошо делают дороги. Капитальный ремонт дорог уже проведен на улицах Шоссейной, Ялтинская, Учительская, Железнодорожная, Тургенева, Гагринская, Володарского и многих других. После того, как завершатся работы на Джапаридзе, дорожники приступят к восстановлению полотна на улице Целиной. Всего же в Сочи уже отремонтировано порядка 180 километров городских дорог. Татьяна Нагорская, телекомпания ФКТ.